Здравствуйте, дорогие друзья. Я Сергей Пархоменко, один из основателей сетевого сообщества Диссернет. Того самого, который занимается, ну, многие считают, что борьбой с фальшивыми диссертациями, а на самом-то деле борьбой с фальшивыми репутациями разных российских деятелей, связанных с наукой и не связанных с нею. Я думаю, что многие из вас знают наш сайт www.dissernet.org, где каждый день вывешиваются все новые и новые экспертизы, посвященные научному наследию, скажем так, разных известных российских персонажей. Там уже больше 300 таких экспертиз вывешено, ну и огромное количество всяких публикаций и интервью. Ну, в общем, вы знаете, что такое Диссернет. Я теперь в этом нисколько не сомневаюсь. А не сомневаюсь потому, что несколько дней тому назад я вот сидел на этом самом стуле здесь и говорил вам о том, что мы открываем на портале Planeta.ru проект такой всенародной помощи Диссернету. И задача этого проекта заключалась в том, чтобы обеспечить для Диссернета возможность продолжения работы в первые несколько месяцев, ну, может быть, хотя бы в первый квартал следующего 2014 года. Мы заявили о том, что мы попытаемся собрать здесь примерно четверть нашего годового бюджета, 450 тысяч рублей. И вот стартовал этот проект, рассчитанный на 2,5 месяца, и мы как-то готовились долго-долго над ним все вместе работать. Прошло 2,5 дня, и оказалось, что этот проект достиг своей цели. Это совершенно поразительный результат, на который, конечно, никто из нас не мог рассчитывать, никто из нас не мог на это надеяться. И это производит на нас всех какое-то необыкновенно воодушевляющее впечатление. Потому что, ну, вопрос не только в том, что это очень значительные деньги, которые нам действительно необходимы для того, чтобы продолжать эту работу, но и потому, что мы видим в этом поддержку людей, доверие людей и какое-то одобрение того, что мы делаем. В общем, короче говоря, такой какой-то заряд замечательного оптимизма и вот таких позитивных чувств, которые мы испытали за эти 2,5 дня, ну, я просто не могу вам описать, что это такое было. Спасибо вам огромное. Спасибо всем тем, кто нам помогал. Конечно, все наши обязательства перед вами будут выполнены, и имена тех, кто пожелал этого, появятся на нашем сайте. И мы обязательно подготовим и раздадим вам те замечательные призы, которые мы для вас придумывали. Там всякие смешные майки, и всякие дипломы в красивых рамочках, и чудесные книжки издательства «Корпус», и возможность участвовать для тех, кто захотел этого в таком специальном семинаре с участием основателей Диссернета. И даже для тех, кто посчитал это для себя возможным, мы организуем такой праздничный завтрак в одном из каких-нибудь симпатичных московских ресторанов. Я сам попытаюсь его приготовить вместе с коллегами из Диссернета. В общем, конечно, мы исполним все эти наши обязательства. Еще раз спасибо, спасибо вам большое. Но проект наш, несомненно, будет продолжаться. Совершенно очевидно, что останавливать его невозможно. Мы видим очень большой потенциал вот этой поддержки. Мы видим, что вот эта вот волна одобрения, которую мы читаем в этой помощи, она достаточно высока. И, конечно, мы будем продолжать на планете этот сбор помощи Диссернету, потому что 2014 год длинный, и понятно, что теперь, когда мы можем быть уверены, что первые несколько месяцев года мы сможем с вашей помощью работать, хотелось бы этот сбор продолжить, может быть, на второй квартал, третий квартал, на весь 2014 год. Ну, вы понимаете, что несмотря на то, что наши эксперты работают совершенно бесплатно, но всегда есть довольно существенные всякие накладные расходы на содержание сервера, на доступ ко всяким базам данных, на всякие сканирования, ксерокопирования, на работу привлеченных экспертов и так далее, и так далее. Короче говоря, наш проект продолжается, и несмотря на то, что на нем будет написано, что цель достигнута, и даже на сегодня уже существенно превышено, мы будем продолжать сбор этой помощи, мы будем увеличивать и расширять количество разных призов и бонусов, которые мы вам предлагаем, будут и еще разные книжки, и всякие сувениры, мы, в общем, подумаем, как нам поблагодарить тех, кто помогает нам таким замечательным образом. Спасибо вам и ждем вас всех на портале
planeta.ru, потому что Dissernet продолжается. Ну и знаете, есть такой лозунг, который мы всегда повторяем в таких случаях для фальсификаторов и мошенников: ужас должен продолжаться. Вот он будет продолжаться с вашей помощью. Спасибо. Всего хорошего.